До экзотики на песке, чем ты же тренировался? Профессионально вольной борьбой. Борюсь по вольной. Участвую по пляжу. У нас в Перми проходит очень большой крупный турнир международный. Приезжают страны, боремся. Поэтому опыт есть. Это в зале происходит или на открытой площадке? У нас есть прекрасная река Кама в Перми. И на берегу Камы мы проводим летом. Красиво, наверное. Очень здорово проходит. Девчонки приходят смотреть? Да, конечно. Вдохновляет, когда барышни приходят? Ну, не думаю об этом. Думаю о борьбе, о победе только. Ты достаточно необычным сейчас в концовке для вольных прием сделал. Я думал, что ты вообще будешь такой суплес-бросок делать. Ну, начал бросать. Соперник начал меня ловить. Пришлось немножко обмануть его. Борьба – это хитрость. Кто обманет кого? Ну, многие говорят, что вязко слишком, неудобно ходить, в отличие от ковра. Ну, конечно, кто привык к ковру, немножко по-другому. Толчок, сцепление уже не то, поэтому посложнее. Ну и плюс сложности, так или иначе приходится падать, вот у тебя часть лица в песке. Бывает, что вот в глаза попадет, как вы справляетесь? Да пусть попадает. Не страшно, да? Нет. Если пляжная борьба будет развиваться, и все мечтают об Олимпийских играх, как ты считаешь, это оправдано, это интересно будет? Да, конечно, это очень интересный вид спорта. Я думаю, обязательно нужно вводить это.